Конверт меховой для малыша. Зимний вариант такой получается. Он у нас достаточно хорошо раскладывается. То есть, что его можно просто потом вывернуть, куда-то подложить. То есть, он вот такой вот достаточно большой. Растягивается он практически до конца. То есть, значит, по застежечкам у нас получается, оно идет у нас так вот замечательно расстегивается застежечком. Здесь также есть элементы дополнительные, что в случае, если вдруг вам не надо застегивать, например, малыш просто заснул, вы хотите его закрыть, то здесь специальные элементики есть. Значит, расстегивается у нас на молнии с двух сторон, молния практически до конца доходит. И также по капюшончику здесь есть специальные такие закрепляющие элементы, то есть вы их просто отпускаете, получается капюшон полностью раскладывается. То есть для малыша вариант замечательный, удобный, в колясочку, и носить его в принципе с собой, где-то удобно брать. Очень удобно, что он получается, вы можете просто расстегнуть, малыша достать, например, если он заснул, и не разбудить.